Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Всем хорошего настроения. Начинаем потихонечку Elden Ring. Сегодня трансляция чуть позже, чем обычно. Но начало недели. Наверняка у вас тоже больше, меньше свободного времени, чем в воскресенье, например. Я, если честно, не помню. Столько экспериментов было. Господи, мы там нашли топовый щит, качнули щит, выносливость там про это. Потом перешли на тяжелые, пушки, огромные пушки. Может быть, кстати, на них и остановились. Не, кажется, там был еще какой-то шаг. Да, на них мы остановились. Очень тяжелый доспех, очень тяжелые пушки. И локация с... Блин, трындец, конечно, локация тоже такая страшная. Здесь мы замочили одного босса. Сложность в том, что здесь некомфортно просто играть. Ты попадаешь в красную область, и начинается заражение. А, понял. Понял. А почему я не... А, потому что мне... Нет, сейчас умру! И куда дальше? Лево, право, пуст. Видимо, сюда. Оп! А! Твою мать. Надо было остаться на этом прям четко знаке. Все равно на босса надо идти. Че там? Будь у меня друг? Нет, друзей нет. Погнали. О, их двое! Блин, я понял. Это рыцарь Горнило, только их двое. Они будут меняться, да? Ну, пробуем блочиться. Это что такое? Нифига себе у тебя... О-о-о, как? Блин, чем дальше, тем больше мне не нравится... Запинали просто. Чем больше, тем больше мне не нравится тяжелое оружие. Что это такое вообще? Что это такое? Он замахивается полчаса, я успеваю после этого два удара от рыцаря получить. Офигеть. Ой, нет. Выпил, называется. Нифига себе, как он далеко. Такой очень странный, конечно. Щит все равно надо опускать. Ой, это... Да лучше бы ты не перекатывался, Михаил, ну, честное слово. Не вовремя перекатился. Обратили внимание? И не встать сейчас будет, скорее всего. Нет! Блин, надо от одного избавиться. Хорошо, молодец. Да тихо! Немножко осталось. Да брось, ну дай посражаться со вторым. Ну, чё ты лезешь-то? Дойдёт до тебя.
Да как попал-то? Я четко перекатился. Не надо так делать! Добей уже его, есть! Ну и что, друг? Давай теперь с тобой. О, вторая фаза. А, у тебя чисто физический здесь урон. Как же он блочит-то все, а? Интересная механика. Ай, вот это плохо. Миш, не надо, пожалуйста. Ты идешь к успеху, все нормально. Туда в самое опасное. Страта, ребят. Двуручный меч Ордовиса. Шлем топора горнила, доспех топора горнила, перчатки горнила, поножи горнила. И эту красавицу можно грейдить. Блин, таком... Ой-ой-ой-ой. Нет, катсцена. Их двое. Понял, тип врагов. Стаминки не хватает. Там второй подходит. Как ты успел? Ага, второй появился. Не, ну с таким оружием и с таким блоком... Все, просто затыкано. Просто затыкано, забей. Вообще не почувствовал. Просто две кнопки жмешь и улыбаешься. Оп, нет, нет! Выпей хотя бы разок, а лучше два. Аля, какой ты изящный. Затыкиваем, ребят. Просто... Убийца знамений Ролла. Это новый Олег.
много душ дали. Просто. Я когда был жиробасом, не мог так лихо скакать, как эти боссы. Но они тренировались. Зловещее создание. Помогите, помогите. Взри слабый враг. Давай, посмотрим. Блин. Гарга. Не люблю я. Гарг. Нифига себе. Да, урона мало. G30, привет. Ой-ой-ой, я умру сейчас. А что это за тема, когда у тебя... Что это за тема, когда у тебя просто отнимается здоровье без всякого статуса? То есть ты получаешь удар, и у тебя еще начинает уменьшаться здоровье. Ну куда ж ты уходишь? Сейчас хороший начал, кстати. Мы уже у него там четверть здоровья снесли. Намазано. О! На-на! Слабенько все равно. Ребята, вытанковываем гаргулю просто. А этот плохо. Нет! Как же он танчит, а? Ну. Что ты сделаешь? У меня зубочистка и бетонная плита. Что ты мне вообще?
Что ты мне сделаешь? На тебе. Просто. Сколько? 60 тысяч. Просто затыкано. Черные клинки горгули. Это, кажется, парные клинки. Черный топор горгули. Черные клинки... Ва, парный клинок горгули. О, С, о, модификатор от силы. О. И черный топор. Святой урон. Вера, сила. Изи, как обычно. Ну, не с первого раза, конечно. Ладно. Я тут часть локации пропущу, но... Чтобы на каком-то... бою завершить... Что-то происходит за моей спиной. Ага. Погребальная птица. Ага, вот она. Это еще один петух. 192 урона. Хотя нет, сейчас нормальный урон. Птица, к сожалению. Плотная очень. Да блин. Я думал, я разрывать сейчас буду. А тут разрывают-то меня. Обморожение. О, окаменение у нее еще есть. Какая-то она злая. Очень злая. Урона много. Я уже почти все. Вторая фаза. Ай, ну я не успел выпить. Но все равно. Ладно, друзья, это какая-то дикая птица, я думаю. В следующий раз ее убьем. Спасибо большое, что смотрели. Увидимся с вами завтра вечерком. Ориентировочно часов в 6-7 начнется трансляция.
раньше, чем сегодня. Посмотрим, что будет. Возможно, пойдем дальше в Elden Ring. Контента, конечно, очень много, но надо уже, я думаю, добивать основную сюжетную линию. И там самурай у нас сегодня нашел новое оружие, заточил топор и проверяет на боссах свою стойкость. Не со всеми справляется с первого раза, но с большинством уже справляется прекрасно. Вот, еще раз благодарю. Увидимся с вами завтра. Пока-пока-пока.